Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Failing Sand. Это опять же игра жанра Sandbox, так что мы здесь будем опять же что-нибудь придумывать, но это уже поинтереснее, их сэндбоксов очень много, всякие разные, каждая чем-нибудь отличается, у каждой есть свои особенности. Здесь, например, очень много всяких интересных штук. Здесь у нас есть уже человечек, который, кстати, почему-то исчез, вот. А, все понятно, количество зомби не указано. Это у нас якобы зомби, а не рэгдолы какие-нибудь, поэтому мы можем убивать и думать, что мы кому-то помогаем, а не убиваем людей. Ну что, что можно придумать, чтобы его поуничтожать? Можно использовать белую материю, кстати, очень забавная штука такая. Можно так взять, так... Или вот так вот. Разрывает их, в общем, это какая-то такая материя, она их комкает и что-нибудь еще такого рода делает. Потом это все очень странно выглядит, но забавная вещь, мне она очень нравится. Также, конечно, здесь есть всякие... Кстати, надо это убрать. Clear all. Давайте увеличим количество зомби, не знаю, там. О, армию сделаем. И используем на них. Что можно на них использовать? Можно сделать какой-нибудь там... Вот так, воском, например. Облепить и вот такую штуку насыпать. Сейчас попробуем, получится или нет моя идея. Так, и поджечь. Сейчас будет она медленно плавиться, и все больше всего этого будет появляться, по-моему. Нет, слишком быстро прогорает, не получилось. Ладно, тогда сделаем просто банально, насыпем что-нибудь на них. Например, масло вам там, вот, держите, зомби. Там гонпаудер. Ой-ой-ой, чего оно все так быстро произошло? Я уж надеялся хоть побольше их помучить. Так, а, стены стоят. Электричество, можно поупивать их так, можно солью их посыпать. Кто хочет вкусненького зомби? Посыпали солью, давайте еще воду нальем здесь. Здесь, конечно, более классная такая физика, в отличие от той, которую до этого играли. Есть еще, конечно же, другие сэндбоксы такого типа. Если вам понравится, что я снимаю сэндбоксы, не забудьте поставить лайк, конечно же, мне будет понятно. То я посмотрю еще какие-нибудь сэндбоксы, в которых можно что-нибудь такого рода интересное придумать. Поделать. Так, что у нас тут есть? Напалм, Энс, клонер. Я думаю, что бы такого им сделать интересного, вот песком завалим их. Хотя им плевать на это, песок будет, но можно создать какой-нибудь подводную цивилизацию зомби. Или что-то такого рода. Свечку можно поставить. Поменем этих зомби. Эй, почему он не горит? Это же свечка. А, вот так вот ее надо поджечь, понятно. Не прям сжигать ее, а слегка так поджечь сбоку. Так, термит. Сейчас мы устроим им счастье. Ух. Кстати, как-то термит слабовато в воде. Горит. Да это что-то вроде бы получше было, ну ладно. Лазер, у нас есть лазер. Можно придумать разных ситуаций. Кстати говоря, с лазером можно, по-моему, сделать, знаете что? По-моему, в этой надо в категорию заходить. Так, Everything. Everything 2. Так, кстати, да, вот это тоже интересная штука у нас. А, можно создать какой-нибудь факел, чтобы вечно что-то горело. Или там всегда молнии бибило, или еще что-нибудь. Ладно, почистим, это слишком много хлама у нас здесь собралось. Так, адамантиум, mirror. Надо... Где-то были зеркала. Если не ошибаюсь, да, должны быть определенно Makers Special. Электричество, клонер. Кстати, клонер, я даже не пользовался. Что это такое? Хм. Не знаю, что такое клонер. Может, его надо током активировать, нет? Да вроде ничего не изменилось. И больше их не стало. Я думал, типа клонеры, они будут клонироваться или что-нибудь такого рода, но вроде нет. Ух ты, нитроглицерин! Ух ты! Почему-то только током взрывается каким-то, а не этим. А, не просто взрывается. О! Это азот, по-моему. Да, азот, они вон замораживаются. Нитроген. ЛСД! А почему меня плющит? Я один из этих зомби, что ли?
Это забавно, да. Так, Powders and... Муравьи, атака муравьев. Все, всех жрать. Можно еще пчел накидать здесь армию. Господи, это, кстати, очень классно выглядит. Это знаете, как в этом? А, в плеере в каком-нибудь музыкальном обычно есть этот, типа, эффекты. Я не понял, как это называется, когда музыка играет, еще эффекты включаются. А, в таком маленьком окошке обычно, типа, под музыку. Под удары там тоже что-нибудь скачет. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Потому что я не знаю, как это правильно назвать. В общем, на это было сейчас похоже. Так, Solid. Не могу найти Mirror почему-то. Это очень странно. Я, может, просто не... А, вот Mirror, ё-моё, всё, ищу. Так, хоп. Так, сейчас что-нибудь безумное получится, наверное. Не уверен, что... Блин, опять я окно зацепил. Так. Не уверен, что это получится как надо. Блин, пчелы вообще не отступают. Когда тебя с их лазером убивает, ну, по сути, должно быть. Да, пчелы останавливают атаку лазера, при этом мы уничтожаем пчел лазером, но... Так, ладно, я придумал отличный способ всех убрать отсюда. Где уран? Ураниум. Сейчас мы его взорвем. Бам! Давайте еще. Отлично. Тут, конечно, можно придумать побольше всяких интересных ситуаций. Типа там уже какой-нибудь город отстроить, типа на него напали там зомби. Кто-то там обороняется, и там люди, не знаю, мечи вот так вот используют. Или еще что-нибудь там. Просто из оружия стреляют вот так вот. В общем, много-много всякой странной штуки можно придумать. Ограничиваемся только воображением. Это же сэндбокс все-таки у нас. Поэтому можно много-много всякой штуки делать. Кстати, вот темная материя, она всасывает себя. А белая, она наоборот у нас отталкивает. Отличный пылесос. Используйте темная материя, лучший пылесос. Просто. Хотите пропылесосить на ура? Темная материя. Только у нас. Так. Я, кстати, надо бы уничтожить, потому что она так и будет стоять. Хотя ее можно прогнать темную материю, можно прогнать белую материю, но тогда белая материя останется. Так, давайте C4 заминируем здесь. Оп. Кстати, фьюз. Это тоже взрывчатка. Или это который надо электричеством активировать? Ну-ка. А это. А, ну они обе такие, в принципе. Тут электричество какое-то прям ядерное-ядерное, прям вообще. А, здесь еще адамантий, по-моему, был какой-то у нас. Адамантий, сталь. Можно будет здесь сделать, как в той, чтобы по стали там электричество циклилось, нет? Не, а просто накаляется сталь. Так вот. А я хочу именно попробовать. Так, адамантий. Электричество. Вообще неразрушимый, походу. А лазером? Даже лазер не пробивает. А темная материя? А, не. Против темной материи ничего нет. Кстати говоря, я думал, она будет как-нибудь проглатывать этот лазер, но нет. Зато она на ура хавает уран. Интересно, он сможет взорваться? Когда будет его много, по идее, он должен взорваться. Получится, нет? Сейчас попробуем. Его уже дофига так-то, но он постоянно двигается и не создается в одну... Теперь это похоже на какой-то радар, знаете. Бам! Все, к хренам уничтожили. Отлично, так. Это что у нас? А, нитроген это. Все понятно, сейчас будет там примерзать. Вон уже ноги замерзают. Так классно это выглядит. Чувачки такие. Зомби, вернее. Соль, давайте посолим опять зомби. Не знаю, кстати говоря, что можно из соли делать, кроме того, что можно сделать соленую воду. Что можно еще из всего этого придумать дело. Так, что мы еще не пробовали? Надо что-нибудь придумать. Можно придумать. Makers. Sparker Well. Well, это что? О! Знаете, можно какой-нибудь придумать, что это пещера, и в ней случилось что-то такое. Кстати, что я такое сыплю в Well? Это горит? Или нет? Сейчас такая, что какая-то взрывчатка, масло, не знаю, там. Ну да, судя по тому, как оно горит, это что-то из того рода.
В итоге их заливая какой-то жидкостью. Воу, это просто огненный такой водопад какой-то получился. Давайте сейчас все поподжигаем тогда. Make it burn. Все, это потом кверху к самому все засыпет. Ну ладно, надеюсь, вам понравилась песочница, если хотите больше, точнее, игра жанра песочница. Если хотите больше таких, такого рода игр, то ставьте лайк, обязательно найду еще каких-нибудь забавных. Да. Ну это все, заглядывайте в описание, там другие флешки до этого, которые мы играли, есть в плейлисте, и в сервер Майнкрафта заходите и играйте. На этом все, да, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока!